Еще одна часть нездоровой украинской реальности – валютная. Цифры в обменниках опять лихорадят. Все лето курс доллара держался на отметках около 25 гривен. И только люди привыкли к этой новой стабильности, опять перевалил за 26. И как бы не было снова 30. О колебаниях нацвалюты напомним в нашей короткой справке. Ее история – это история падений, без взлетов. Хотя начиналось все вполне устойчиво и оптимистично. В 1996-м украинская валюта была равна немецкой марке и стоила меньше $2. Первый обвал произошел через 2 года. Из-за дефолта в России рубль рухнул, а за ним пошатнулась и гривня. Новый валютный курс стал 1:5. И такие цифры красовались на табло обменников долгие 10 лет. При этом в 2005-м гривня даже слегка укрепилась, подорожала на 30 копеек. Это было единожды за всю ее непростую валютную историю. Но мировой кризис 2008-го обесценил и украинские деньги. Тогда это казалось шоком. Доллар по 8 гривен. Так продолжалось до 2014-го. Последние 3 года падение гривни стало стремительным. 10 гривен за доллар, 13, 17 и даже 30. Ценники в обменниках переписывали буквально каждый день. Доходило даже до 40 гривен за зеленый. Пока курс не приструнили административными методами до 25. Гривню лихорадит сильно, но при этом украинская валюта всегда падает с колебаниями. В основном сезонными. Традиционно летом цена доллара немного опускается, а к осени опять растет. Сейчас уже повысилась на гривню.